Ребята, всем привет! Сегодня рассмотрим окантовочную машинку от торговой марки Sway. Это эксклюзивная лимитированная серия. Итак, посмотрим, что у нас внутри. Сопроводительная документация, сама машинка. Так, вот так она выглядит. Что у нас здесь в комплекте еще есть? Блок питания. Блок питания, шнур около 2 метров. В комплекте есть кисточка для чистки, масло, а также 3 насадки. Насадки у нас 2, 3 и 4 миллиметра. Итак, посмотрим саму машинку. Машинка у нас имеет металлический корпус. Кнопка включения у нас находится посередине. Есть индикатор зарядки, петелька. В руке лежит достаточно удобно. Сзади корпуса есть шероховатости. Благодаря этому она абсолютно не скользит в руках. Она достаточно легкая и не громко работает. По поводу ножа. Нож изготовлен из нержавеющей стали. Ширина ножевого блока составляет 40 мм. От завода выставлено 0,2 мм. Вы можете свести это к минимуму. Сзади есть гравировка по поводу работы машинки. Рабочее время 3 часа, время зарядки 2 часа, и машинка имеет литий-ионный аккумулятор. В принципе, машинка в своем ценовом сегменте достаточно выгодная покупка, поэтому обратите на нее внимание. Если вас заинтересовало, можете переходить на сайт. Все вопросы оставляйте под видео. А также, ребята, не забываем чистить и смазывать свой инструмент. Смазываем вдоль режущего элемента и на трущиеся пяточки. Любите свой инструмент, ухаживайте за ним. Всем спасибо, всем пока. Тоже выполнен на весь в металле. Похож, кстати, расскажи пример. Да, он похож на половский, который да. Беспроводной. На экране я покажу. Да. Очень сильно похож. Мне кажется, шире нож. Немножко шире нож. Даже взять D8, да, то где-то на сантиметр он длиннее. Где-то сантиметр. Okay. В комплекте идут насадки 2 мм, 3 мм и 4 мм. То есть, если где-то нужно доработать фейд, где-то что-то, можно именно этим триммером. Сколько высота среза у триммера? 0,2? Он ничем не уступает D8, то есть тот же самый срез делает. И переход между триммером и машинкой очень легко сглаживается, там триммером немножко его сушануть. На перенастройку ножевого блока у триммера? Вообще можно, нет смысла лезть.
строить, братан. Жироблок? Да, она будет вообще снимать 0-0-0. Гораздо корректнее будет работать.